Ники, да, знаю. Уже начали. Почти закончили. Где ты там? Я скоро буду. Ах, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. Я тоже. Скоро буду. Прости, Ники, другая линия. До скорого. Ладно. Хоть живой. В общем, нужна будет тачка. Звони мне, устроим. Барыжит, значит? Предпочитаешь закупаться в модном автосалоне? Парень, что надо, достанет любую машину. Так что, если нужно... Я учту. А что там Морис? Да что с ним случится? Цветет и пахнет. Дам по башке разок, и дело в шляпе. Он нужен живым, Джорди. Ладно, ладно, живым, окей. Непривычный расклад, да? Не по мне, да, но... Ты платишь, тебе и музыку заказывать. Будет живым. Чеки не пахнут. Санте не жалко. Чикаго разыскивает причастных к сегодняшним попыткам взлома. Офицер все имени называют заявил, что будут приняты очень жесткие меры. Thank you.
Это ж точно тот мститель из новостей. Осел. Кажется, он тут рядом. Что мне делать? Просто жди моего звонка. Ты ничего такого не сделаешь. Просто принесешь посылку. Ну, так что, у меня есть выбор? В общем, нет. Погоди. Con calma. Тебе тут не место. ТОС выходит за пределы камеры наблюдения, используя самые современные методы обнаружения. Улицы, здания, школы и больницы. СТОС обеспечит город глобальной системой защиты. СТОС создана, чтобы защищать вас и вашу семью. Днем и ночью, всегда и везде. А почему это тебя так волнует? А вдруг они уже влезли в мою систему? Или нет? Откуда мне знать? У них цели покрупнее. Такие, как ты, для них никто. Может, ты прав. Или не знаешь, о чем говоришь. И вообще, иди нахрен. И плевать, что это старомодно. Зато работает. Сыграй. Что? Достань костюм, ты одеваешься ужасно. Так что как хочешь, но достань. И убери из речи жаргон. Они должны поверить, что мы инфекторы. По глазам вижу, ты боишься. Предоставь ему мне. Это важно. Если делать только так, будем пугать. Что за хрень?
один!